Всем привет! Мы сегодня будем готовить мелкую вермишель. Берем кастрюлю с пол-литра молока и пол-литра воды. А также нам понадобится столовая ложка сахара и чайная с солью. Соль мы уже добавили. 100 грамм мелкой вермишели. Так, засыпаем сахар. Закипит и добавим мелкую вермишель. Десять минут, и наша каша готова. Наша каша готова, и теперь я буду наливать. Наша каша готова. Сейчас будем ее пробовать. Всем приятного аппетита. Пока!